Руководитель молодежки ОНФ приехал в Мордовию для того, чтобы познакомиться с нашей республикой поближе, пообщаться с людьми, узнать о нас больше. Народ здесь радушен, народ добрый. И еще особое внимание, конечно же, обратил на то, что люди из региона уезжать не хотят. То есть они уезжают в регион, там, образно говоря, работать, уехали в Москву, мужики на заработки, но они всегда возвращаются. То есть они возвращаются, потому что это хронено. Молодежное направление Общероссийского народного фронта занимается конкретными делами. Туда вступают те, кто не ждет перемен, а делает. Оставайся рядом с нами плечом к плечу и делай добрые дела, помогай людям. То есть у нас мы не боремся за власть, мы не играем в политику. Вот. Это прежде всего площадка для реализации каких-либо добрых дел. Мы работали в пандемию, оборудовали обсервации, помогали оборудовать обсервации. Сейчас наши ребята во многих регионах развозят лекарства больным ковид. В Мордовии волонтеры Общероссийского народного фронта также помогали представителям старшего поколения, тем, кто находился на самоизоляции. Для них покупали продукты и лекарства, выносили мусор, решали бытовые проблемы. Список добрых дел молодежки ОНФ продолжает пополняться с каждым днем. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов, Народные новости.